Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в подмосковном городе Химки на одноименной арене, где в самое ближайшее время начнется матч 20-го и последнего в этом календарном году тура Мелбет первой лиги сезона 23-24. Химки, идущие в таблице на третьей позиции, Химки, которые не знают поражений последние 12 матчей, принимают сегодня хабаровский СКА. СКА Хабаровск, голкипер номер 78, Ислам Имамов, не Владимир Сугробов, который сегодня остался в запасе. Полагаю, по схеме в два центральных заметно, что они пытаются нагонять, они пытаются нагнетать темп. Еще одна подача от Степанова, внимание, Берковский, а вот и первый голевой шанс. Причем я так и не понял до конца, это была скидка или мяч отскочил от одного из защитников хабаровского СКА. Они испытывают проблемы с его обработкой, но пока не слезают со штрафной гостей хозяева. Подача, здорово, Руденко разворачивается, бьет, но за секунду, за мгновение до удара Николай Волошин показывает, что рукой, видимо, сыграл. Мне не очень хорошо было видно, На повторе, честно признаюсь, есть однозначное ощущение, что офсайда не было. Вполне возможно, что именно игру рукой зафиксировал Волошин. Четко было видно с верхотуры. Да, да. Большое спасибо, коллеги, на повторе очевидно. Секундочку, у нас атака Химок, справа с мячом Илья Берковский, рядышком Хетак Хасунов. Ему нельзя давать бить, потому что вот такие удары он способен нанести, на сей раз мимо ворот. Но это очень серьезный громкий звонок для обороны хабаровского СКА. Но прошла в итоге длинная передача на Руденко. Руденко с левой, удар рядышком. И снова флешбеки, связанные с матчем в Грозном в прошлом туре, когда Руденко похожим образом забил в притирку со штангой во втором тайме. Сейчас чуть-чуть не хватило вращения. В штрафной площади Нетфолин едва не теряет равновесие. Вот такой удар в штангу затем следует. И стойка выручает Ислама Имамова и его команду. Но люди в центре поля, которые располагаются у Химок, каждый из них способен фатальный удар нанести большее число раз. Снова цепляются за мяч химчане. Хорошая передача Коряна. Руденко не перекидывает Имамова, который зачем-то дальше из ворот побежал. Но уже нет шанса для удара. Попытка контратаки в исполнении хабаровского СКА. Какая длинная передача. Это вполне себе интересно. Саид Алиев. Удары. Антон Митрюшкин. В нужный момент включается, хотя сегодня у него не так много работы, мягко говоря. Обухову полноценно за пост номер один навязать. Еще один перехват. Петров с правой. Митрюшкин! А мы говорим, что их заперли. Нет, вырвались в контратаку и дважды подряд напрямую угрожали воротам хозяев. С Дальнего Востока поддержать в это время длинная передача. Дальний удар, Ислам Имамов. Хороший сейв, пускай мяч и в его родной угол летел. Дальние удары сегодня смотрятся очень вкусно, согласись. Да, очень. Особенно, знаешь, вот если тебе с верхотуры они смотрятся очень вкусно, то мне отсюда прям один сплошной кайф. Давайте посмакуем заодно, пока готовят Химки угловой. И это был Тимур Касимов, но принять мяч было в атаке некому. И звучит финальный свисток. Беспроигрышная серия Химок продлевается до 13 матчей. Вопрос только в том, насколько этим итогом, сегодняшним ничейным нулевым, будет доволен Андрей Талалаев.